Самый легкий способ бросить курить. Премьерный спектакль показали в театре на Литейном. Это постановка Виктора Рыжакова и Андрея Сидельникова. Текст пьесы написал мастер новой драмы Михаил Дурненков. Герой спектакля переживает глубокую душевную драму. Он пытается изменить что-то в своей жизни, чтобы увидеть другой, полноценный мир. Символ перемен и выхода из привычной реальности – это отказ от курения. И вот герой сталкивается с другой жизнью, которую раньше не замечал. Это типичный петербургский спектакль, смотрите, какой он, да? И интеллигентный, в то же время он такой же больной и острый. Спектакль получился очень живой. Здесь и динамичные декорации, и интересное звуковое оформление. В постановке, например, можно услышать музыку Алины Орловой. Люди здесь остаются людьми, настоящими, без прикрас. Метод новой драмы как раз и состоит в этом, в простоте и правде. Такие постановки давно завоевали симпатию московской публики. В Петербурге новая драма только-только появляется на сцене. Нужно, время должно пройти. Должны вот впустить в театры, очень, это сложно. Ни один не рискует руководитель. И то, что сегодня такой процесс начался вот в таком серьезном академическом театре, мне кажется, это нормальный процесс. Не только на обочине должна существовать сегодня новая драма.